Сотрудники миграционной службы выявили 15 нелегалов. Оперативное мероприятие проводилось на территории бывшей текстильной фабрики «НИМ». Сейчас помещения оборудованы под частные швейные цеха. Было установлено, что 15 иностранцев из Кыргызстана, Узбекистана и Сирии трудились в цехах без соответствующих разрешений. Кроме того, находились на территории страны незаконно. По решению суда 5 нелегалам вынесено постановление об административном выдворении за нарушение миграционного законодательства. Владельцы цехов, использующие труд иностранных граждан, на данный момент устанавливаются для привлечения их к административной ответственности.